Конечно, рад. Этот клуб для меня открыл новые возможности. Я попробовался в России, где-то получилось, где-то, может, не получилось. Поэтому отчасти я оказался здесь. В данный момент в команде знаю, что нужно усиление. Приехал я, еще несколько ребят. Потому что нужно усиление, как я сказал уже, и нужен хороший результат, потому что в данный момент снова идете на своем месте. Ну, пока что вижу, хорошая атмосфера в команде, играем хороший футбол где-то. Пока чуть-чуть, может, не получается. Ищем свою игру и надеюсь, в ближайших уже не товарищеских, а официальных матчах уже получится одержать победу. Ну, наверное, много ребят очень ушло летом, которые, ну, как можно сказать, не лидеры, наверное, а костяк команды ушел. И получилась полная перестройка, и из-за этого очень вначале тяжело каждой команде. Я с тем же самым столкнулся там, в России, что у нас каждые полгода новая команда, и тяжело добиться результата. Поэтому будем работать, на тренировках будем прибавлять, движемся, как тренер сказал, в правильном направлении. Особо так не смотрел, знаю, что там появилось новых пару команд, и некоторые впереди идут, некоторые сзади. А так, пока смотрел, подписан на МЛА, в Инстаграме смотрел голы, как ребята забивали. А так, полный матч я уже... Ну, давненько не смотрел, я в мае смотрел, когда точка, когда за второе место бились, мне было интересно, я смотрел игру. А в этом сезоне только голы смотрел. Делать ставку на молодежь – это всегда хорошо и правильно, но это на долгую перспективу. Грубо говоря, если хотели в этом сезоне, то тяжело, поэтому вначале и далось все. Можно ждать плоды только потом, когда попозже. Поэтому... В зависимости, какие цели ставят команды. Пока это у меня цель только выигрывать от матча к матчу и приносить голы команде, голевые передачи, делать все мои возможное. На этот сезон, не знаю, я пришел не с самого начала и не знаю пока. Я пока надеюсь, что неважно пока сколько я забью сейчас, главное, чтобы команда побеждала, потому что это в данный момент очень нужно команде. Поэтому надеюсь приносить просто... успех, удачу команде, делать голевые действия. А по бомбардирской гонке я пока не думаю, до декабря так точно. Надо посмотреть все и помочь команде, это самое главное. Я, как всегда и говорил, где тренер меня видит, где нужно помочь, там могу сыграть. Это же хорошо, когда можно сыграть и слева, и справа, и в середине, где надо закрыть дырку. Конечно, надеюсь уже выйти в составе, если тренер посчитает нужным. А так, физическая готовность, там у нас тоже в России прошло уже... По-моему, если не ошибаюсь, 7 туров и кубковая игра была одна. Я из 8 игр там, 7 принял участие, в 5 в составе сыграл. 3. Ну, то есть физическая форма хорошая, я не измотан матчами и ну, такой как. И имею багаж такой физически уже хороший, подготовленный. Надеюсь, сразу как можно быстрее влиться в коллектив, в команду. И... это очень приятно, что болельщики меня запомнили, помнят, хотя почти уже год меня здесь не было. Постараюсь их радовать также голами, голевыми передачами, чтобы помнили еще долго-долго. Желаю нового успеха. Надеюсь, мне удастся помочь команде, как и новым ребятам, которые пришли. Будем делать все возможное, чтобы снова поднялось с нового места. Как минимум постараться зацепиться за Еврокубки. Это идеально, я считаю, в данный момент.